70 полотен 33 молодых художников представлены на 8-й ежегодной выставке «Усе разом». Тематика, техника и стили работ настолько разные, что в этом контрасте каждый найдет для себя что-то свое, близкое по духу и настроению или удивительное и запоминающееся. Абсолютно разные работы, абсолютно разные художники по возрасту, по стремлениям, по видению всего вокруг. Технически разные работы выполнены, техники новые какие-то выдумывают сами, там изобретают, графика, живопись тоже, в то же время традиционная, и просто все это отразить в одном каком-то пространстве, сделать из этого экспозицию, это всегда очень сложно. Поэтому я так затаив дыхание перед каждой выставочкой и думаю, ой, что на этот раз? Выставка получилась. Она получалась всегда и получилась сейчас. Участники, которые здесь выставлены, у нас три автора, не буду называть фамилии, стали членами Белорусского союза художников. Я думаю, что их надо уже все, за такие работы все принять. У нас был огромный, самый большой союз был бы в республике. Так что хочется поздравить участников. Прекрасно, что эти выставки проводятся. Ну и хотелось бы зрителя. А зрители, безусловно, по достоинству смогут оценить работы, представленные в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Живописи, акварели, графики, акрили, керамики и даже в технике рисования эпоксидной смолой. Главная цель проекта – открыть новые имена. И таким открытием в свое время стали работы Федора Бажина. А сейчас именно его полотно занимает центральное место. Глядя с дальнего расстояния, здесь должна ощущаться, и этот образ представлен визуально, это смерть. В виде черепа, вот облака выполнены так, чтобы они в итоге со стороны были похожи на глаза. Направление кубизм, при котором изображение строится на основе геометрических фигур, предпочитает Федор Бажин. Разительно отличаются работы другого брестского мастера Алексея Погожева. Ему близки полесские пейзажи с натуры. Причем художник старается писать картину вне времени, чтобы не было понятно, какой эпохе она принадлежит. Принимаю участие уже 8-й раз. Можно сказать, что я застал самое начало создания этого творческого проекта «Все разом». Вот пришел 8-й год, пока еще по возрасту прохожу, хотя внегласно считаюсь старичком либо ветераном этого «Все разом». Вот. На данной выставке я представляю свои пейзажи. Слава Богу, что из года в год эта традиция не забывается, и то, что и молодые художники, и художники уже с опытом могут, есть площадка, чтобы выставиться в центре города для такого творческого проекта. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.